Добрый день, мальчишки и девчонки, а также их родители. Наверное, вы все любите рисовать животных, и я уверена, что у каждого из вас есть свое любимое животное, будь то собака или кошка, или попугайчик. А сегодня мы будем с вами рисовать веселых и озорных обезьянок. Для этого нам понадобится пастель, лист бумаги, ваша фантазия. Ну что, начнем?